Начнем с приятных событий. День семьи, любви и верности отметят 8 июля. К этому празднику уже в третий раз в Люберцах приурочен парад молодоженов. Всех гостей ждет море впечатлений, выступления известных артистов, конкурсы, шоу-программа. И, конечно же, не обойдется праздник без сюрпризов. Прием заявок уже начался. Условия очень простые – быть семейной парой со стажем или же молодоженами. Вступить в группу проекта «Парад молодоженов 2018», заполнить электронную заявку, а также сделать репост и пригласить друзей на парад. Кроме того, необходимо найти свои свадебные наряды, так как участие в шествии предполагает наличие этой традиционной одежды. Но поторопитесь, прием заявок продлится до 1 июля включительно. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Привет, меня зовут Мария Кузьмичева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.